всем привет! Короткий ролик с инструкцией по обновлению. Появилась необходимость в обновлении программатора для новой планки. Кто не в курсе, вышла новая планка для записи данных в новый шлейф JC на случай, если старый порвался, залили или еще какие-то обстоятельства. В общем, если вы смотрите это видео, вы понимаете, о чем речь, и вы столкнулись с такой же проблемой, как у меня в начале ролика. А именно, программатор не монтирует USB-накопитель. Причина в том, что ее нужно правильно подготовить. Процесс несложный, сейчас все покажу. Итак, для обновления потребуется любой USB-накопитель, вставляем его в компьютер и переходим к программному обеспечению. Заходим на официальный сайт, переходим во вкладку «Загрузки», находится под 4 номером, дистрибутив, скачиваем его и сохраняем в любом удобном месте, у меня будет на рабочем столе. Проверяем архив, что он не битый. Дальше нам потребуется еще одна программка, с помощью которой можно подготовить сам USB-накопитель. Ссылка в описании будет, кому нужно, скачаете. Открываем ее. Мы видим, что у нас монтировался USB-диск. Вот слева нам нужно выбрать сам диск, выбрать Partition. Нажимаем Yes. И теперь вот слева вот эту кнопочку нажимаем. Соглашаемся. У нас теперь флешка переразмечена, но теперь нам нужно ее отформатировать и сделать название и имя тома этого диска. Ну, тут по сути не важно, какой будет. Пишем GC. Так, здесь нам нужно выбрать формат FAT32. И опять он просит ввести имя. Мы заново вводим его. Нажимаем ОК, соглашаемся и нажимаем опять слева кнопочку, подтверждаем. Все, сейчас флешка отформатируется в нужном формате. Нажимаем ОК, заходим в мой компьютер, видим, что у нас все создалось. Сюда скидываем файлик, который мы скачивали с официального сайта, прямо именно с папкой. И закрываем. Дальше переходим обратно к программатору и вставляем в него флеш-накопитель. Итак, видим, что версия программатора 1.2. Включаем его USB-накопитель. Видим, что он начал считываться. Нажимаем Upgrade. Все, и как видим, теперь появилось монтирование диска, он подтверждает надписью Success, и теперь начнется процесс обновления. Немножко ждем. Так, пока прошивается, расскажу, для чего нам нужен этот шлейф. К примеру, вам принесли на ремонт с оборванным шлейфом, то есть мы можем два варианта, как поступить: либо перекинуть компоненты на новый шлейф, либо можно поставить вот этот шлейф JC и вычитать данные с телефона, запрограммировать его, и будет все работать как оригинальный шлейфик, ну как бы его клон. Так, видим, что программатор прошился, версия 2.0. Смотрим в информацию, перезагружаем устройство. Так, заходим в информацию. Тут нужно подождать, информация о прошивке немножко загружается не сразу. Все, видим 2.0, можем посмотреть основные функции устройства. Ну, на этом, в принципе, все готово, то есть программатор уже работает с новой прошивкой, можно пользоваться новой планкой для шлейфов. Всем удачи на обновление, всем пока, увидимся в новых видео.